участники этого движения. К сожалению, 22 июня 2008 года на срочном уровне годов жизни Федор Григорьевич Болдунов скончался в городе Санкт-Петербурге. Там же он похоронен. И я должен вам сказать, что именно в этом году, 5 октября, мы в центре Санкт-Петербурга открываем большой памятник Федору Григорьевичу Болдунову, как раз после института, где он преподавал и работал 50 лет. Кстати, Саратов сегодня немного гордится Болдуновым, потому что закончил он медицинский институт как раз в вашем городе Саратове. Сейчас идет массовое молодежное призывское движение по всей стране. У нас в Москве молодежь соответствует столицу. Это тысячи лекций, тысячи уроков трезвости, которые ведут в школах, ведут в пропаганду в вузах, показывают методики, участвуют в работе движения «Общее дело». И такое по всей стране. Они организуют массовый отдых молодежи, трезвый отдых. Это народная культура, гуляния, вечерки, хороводы и так далее. Спорт, дворовый спорт, вообще спорт, тот, который им не нужен для поддержания нашего здоровья. Я рад, что и в Саратове мощное туристическое движение. Я рад, что он возглавляет наша единомышленница, соратница Наталья Александровна Каракова. Ей огромный привет, огромный поклон и большое спасибо за ту большую работу, которую она ведет в этом Волжском регионе. Что касается вашего вклада, то запомните, сегодня патриот — это не тот, который сидит с пивом, и когда за пивком громче всех кричит и рубаху на груди рвет. Сегодня патриот — это тот, кто ведет трезвый здоровый образ жизни, учится, понимает, что его мозги, его здоровье — это главный ресурс нашей страны. И вот это действительно есть истинный патриот. Я рад, что вы сегодня собрались на этот форум, те самые истинные патриоты. И мне всякого сомнения, победа будет за нами. Только крепкая Россия станет великой. Ну и в заключение, ура Саратову! Ура! Thank you.
Силы и души.
2016 год – год российского кино. Координаторы проекта «Саратов молодой» не могли пройти мимо этого факта. И в начале лета объявили конкурс на лучший видеоролик «Майор, здоровое лето». В июле-августе активисты «Саратова молодого» встречались в детских оздоровительных лагерях с юными сценаристами, режиссерами, операторами и монтажерами, проводили уроки трезвости и давали Thank you.
мы, участники форума, обращаемся к своим сверстникам. Молодежь – будущее нашего государства, и от того, каким будет молодое поколение, зависит его процветание и устойчивость. Ответственность за будущее страны лежит на молодежи.